Всем привет, меня зовут Давид Кишмирян. Вы, может быть, помните меня по очень старым версусам, которые были записаны на Wing Condition. И тогда это еще был не такой популярный канал, как сейчас. Далекий 2016. Да, именно так. Сегодня я вернулся с другой декой. Если вы помните предыдущий версус, надеюсь, я не отличу в этот раз, как в прошлый раз. Поэтому пожелайте мне удачи. Я готов. То есть ты меня не представил? Ты кто вообще? Разве меня... Дека, короче, у нас очень бюджетная. Собственно, на это и была она ориентирована. У меня нет денег. Вот. Из дорогого здесь только земли. Опять же, все карты здесь можно заменить на более дешевые аналоги, потому что основной движок колоды занимает, ну, долларов 25-30, может быть. То есть собрать ее может любой желающий. Я вам покажу, надеюсь, хоть одну раздачу, которая покажет всю истинную силу этой деки. Вот. И Арсен отлетит от горения. Вот. 10. Да, 10. Я зайду. Рукава так-то у меня длинные, поэтому, да. Никакие рукава тебя меня не спасут от моей всемогущей деки. Угу. Ты уже проиграл, сори. Я надеюсь, я смогу оказать какое-то достойное сопротивление. Ну, давай, удачи. Ходи. Сдаешься? Слишком сложный ход. Думаю, как выиграть. О! Убрал. Я просто очень терпелив, потому что он проиграет 100%. О, он один. Слишком могу себе силен. Позволить. Сходи. Ты можешь не ломать все вокруг? Взял карточку за ход. Шок. Ходи. Вообще, дека, конечно, про реанимацию, но так хочется начистить тебе сейчас лицо. Давай. Так, а где кладбище, реаниматор? Ходи, это, в атаку, и сейчас увидишь, что с кладбищем будет. На один? На один вижу. На один прошло. 18. Очень сильно. Лич гримуаров. Только не это. Возьму карту. Изброшу карту. Взял карту. Господи, Лич, что ж ты делаешь-то? Сбросил карту. Ходи, пожалуйста. Шок. Очевиднейший шок. Ходи. Поэтому что я не стал его качать. Парень, который все читает. Угу. Статью жизни, да? Понятно. Лендроп. Легионерка. Угу. В атаку хочу. Назначай. Да, на два пройдет. Терпила. Ну, сейчас бы на защиту от света напороться. Давай. В атаку лечом гримуара хочу. Только нет. Без блоков. Пожалуйста, скажите, можно что-нибудь? Скажите, чтобы им на карточке подъехали. Так и решил какие... ничего не выдавать. Какие поэтому... сильные существа на кладбище. Я загляну в свой сайтборд, что там у нас интересного имеется. Ты уже подумал, как сайтиться будешь? Лазавчик. Да, по сурвелю один. Только нет. Пощадите. Ходи. Лендроп. Перо. Да. Вот так хочу. На два вижу. Да. Ходи. Сделал Лазава копию Ебиного рыцаря. Это жестко. Так у двумя. Без блоков. Окей. Триггер Лича гримуаров. Тебе плюс, мне... Тебе минус, мне плюс. Взял карту. Ну, тогда урон, наверное, прошел уже. Ну да. И еще на один спеши себе. Хочу кастануть все желания. Защита от света не поможет от Уджина. У него нет цветов. Как волшебство. Ок. Ходи. У тебя 18, да? Угу. За один. Хочу такую. По контуру разложить. Угу. Триггер такого.
Убрал. На этом 2 компьютера, на этом 1. Триггер сигзалился. Хочу еще раз поцелить двух. Триггер такого. Такую оставил. Триггер такого сигзалился. Вот так хочу. Назначай. Двумя. Да. До урона. Хочу сюда плюс 1-0 дать. Триггер такого. Каунтер. Скрай. Поставил. Угу. А, триггер такого сигзалился. Угу. Взял карточку, собственно говоря. А, сколько тут? 7, 8, на 13. Да, в 5. Да. Пардонте. Они мне в конце хода возвращаются? Или в начале следующего заключительного шага? Я взял все. Угу. Вот так, таким? Да. На один? Да, на один. Триггер не забудь. Да. Взял карту, сбросил карту. Да. На один бы ход пораньше. Угу. Хочу кровь за кости. Давай. Пожертвую леща гримуаров. Верну агента предательства и рыцаря Бенового легиона себе в руку. Uh-huh. Да, украл землю. Взял в пул. Окей. Белую. Uh-huh. Украл. Базар. Ходи. Ну, к сожалению, в этот раз я проиграл. Сдашь или прям максимальный урон прописать? Лучше сдамся, потому что у тебя 100% в руках была эта фигня на защиту от света, и я не мог бы украсть эту бабу. На один ход бы пораньше мне пришла бы эта штука, и ты бы отлетел, конечно. Что мы говорили в начале партии? 4-0 я отъеду, да? Вторая игра? Вторая игра? А я уже в тильце. Постараемся не отъехать на четвертый ход от пера. Попробуем еще раз. У меня опять быстрая раздача довольно, но посмотрим. В принципе, хорошая. Мне осталось найти одну единственную любую карту. Так, можно, да? Я смулиганюсь, пожалуй. Отлично. Шансы появляются. Брат, просто если я тебя с одной землей выиграю, то это вообще будет позор. Давай. Угу. Хожу, да? Угу. Такая. Я поскраю 2, ты помилишь 2. Я помилю 2. Хожу? Нет, я еще скраю. Ой, господи, давай. Убрал обе вниз, ходи. Взял заход. Храм Триумфа. Раскраюсь, убрал. Да. Ну так. На один, очень жестко. Лазовчик, посорвели. Ну, сбрасывай. Сбросил, да. Гравиард. Хожу? Да. Взял заход. Слишком сильно. Давай. Почему-то идеально вышло, что у него на гравиарде 3 заклинания, чуть ли не за один. Так уж бывает. Лич гримуаров. Только возьму нет. Карту. Началась магия. Сброшу карту, есть, работает комба. Все, ходи. Пощады, пожалуйста. Слишком крутая комба. Легионерка. Окей. Ходи. Хочу разыграть кровь за кости. Жестко. Да, да, ребята, дек работает. Пожертвовал ее. Вернул такого. Вернул ее в руку. Бывает. Хочу украсть белую землю. Хочу в атаку пойти. Это на один? Это на один. Возьму карту и сброшу карту. Угу. Хожу? Да. Лолокорл. Ничего не буду играть. На 3 вижу. Да. 18. Хожу? Ходи.
В атаку лечу. Давай. На один. Плюс один. Взял карту. Сбросил такого. Угу. Хочу такое разыграть. Да. Я помилюсь, да, на два? Да. Я поскраюсь на два. Перо и равнина. Я передам. Взял за ход. Сюда плюс один ноль и возьму карту. Угу. Вот так лечу. Двумя. С такого. В респонс. Хочу превратиться в убийного рыцаря. Угу. И подкачать его. Шок. Погиб. Мне на 4. В 15. Давай. В атаку. На один вижу. Да. Возьму карту. Сброшу карту. Сбросил фею желаний. Угу. Взорвал. Поискал синюю. Что-то еще доставать из кладбища будешь? Или ты только одну кричу достал? А мне больше и не нужно доставать. Понял. Кастанул такого с руки. Угу. Я возьму вот эту землю. Угу. Хожу? Да, ходи. Взял заход. Конечно же, можно не земли забирать. Просто из-за того, что там есть заклинание, которое говорит ваше существо. Особенно, когда я затапан, да? Ну, в этот раз мне просто не хотелось брать. В атаку. Которая говорит, что существо под вашим контролем получает защиту. Такую с экзалил, кастанул в такого. Да, хочу... Подожди. Триггер такого. Постараюсь. Оставил, взял. Блокировать хочу. Давай. Окей. На три вижу. На три. Угу. Давай. О, подожди. Пардон. Лендроп, давай. О, какая интересная земля. Развернулся. Взял заход. В атаку лечом гримуаров хочу пойти. На один. Тебе плюс один. Взял карту. Ух ты, какая интересная. Сбросил землю. Но сыграю еще раз такого с руки. Угу. Оставлю красно-белую. Вот. И хочу украсть у тебя вот эту землю. Да, манку в пол взял. Это все. Триггер агентов предательства. Подожди. Я контролю. Хорошо. До смены фазы я тебе кастану дерзкий удар сюда. Угу. Постараюсь. Нет, а, я за ту, да. Угу. Ставил зал. End step, триггер двух предателей. Возьму три карты, потому что контролирую. Раз, два, три, перманента. Два, три. Раз, два, три. Угу. Можешь ходить. Взял заход. Давай. Все, ребят, инициатива перехвачена. Наконец-то. Я смогу его одолеть. Атаку всеми. Стоп, 2-3. Да, пожалуйста. Мне на 4. Да. Мне плюс 1. Возьму карту. Брошу карту. Такой умер. Хожу дальше. Или я уже делал лендроп. Ну ладно, сделай. Да как ты еще выиграешь, если не будешь доп лендропа делать? Да, действительно, у меня аж так мало земли. Поищу синюю. Угу. Что-то еще красиво тебя делать? Выиграть? Пока я сомневаюсь, что ты можешь меня выиграть. Ничего, сейчас ты в этом перестанешь сомневаться. Хочу сыграть кровь за кости. Круто. Пожертвую ученицу. Верну агента. И, соответственно, фею желания себе в руку. Кто бы мог подумать. Триггер.
Окей. Еще чуть-чуть я смогу активировать эту способность. Monk of Pools взял. Отлично. Упс. Рыцаря Бенового. Собственно говоря. Ученица. Ну, если честно, мне без разницы, что там. Потому что я сейчас все равно все подробую. И фею желаний в приключения хочу пустить. Да, да. Что у нас тут имеется? Ух ты, смотри, кто у нас тут есть. Джейс повелеватель тайн. Оставил себе Джейса. Джейс, это круто. Да, угу. Триггер. Возьму 6 карт. Да, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соответственно, энстеп хочу подискардиться. Дискард. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Три карты нужно подискардить. Отлично. Подискаржу раз лич гримуаров. Два болота. Угу. И ученицу. Да. Ходи. Воля богов. Да, 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 воля богов. Скрай один два раза. Убрал. Угу. Оставил. Да. Заход под ролл. Вот так хочу. На, возьми ученицу. Можешь разорвать ее на куски. Да, окей. Давай. Развернусь. Ух ты, какая у меня интересная карта есть в деке. Да, давай показывай интересные карты уже. Вор рассудка. Фантастика. Угу. В атаку лечом. Я, конечно, мог бы тебя добить рыцарями Бенова, но я так делать не буду. В атаку таким и так... Ну и все, в принципе, только таким. Угу. На один. Да, хочу взять карту, сбросить карту. Да, давай. Взял, сбросил. Весь сбрось. Нет. Всадника ночи хочу. Угу. Жертвовать что-то будешь? Да, пожертвую. Бенового рыцаря пожертвую. Хочу его взорвать. Да, плюс один, да? Так. Да, умер. Отлично. Еще один лич гримуаров. Угу. Возьму карту. Сброшу карту. Угу. И передам ход, триггер, подровываю 6 карт. Да, давай, дровывай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и подискажусь. Что? Дать тебе до конца все сделать или сдаться уже? Ты как дал хочешь. Ход. Если ты Джейсон хочешь выиграть, это слишком долго будет. Это не долго будет, это будет через один ход. А, через один ход, понял. Давай. Ух ты, какой интересный чувак. Два лича гримуаров в атаке. На два. И вор рассудка. Еще на два. На четыре получается. Тебе плюс два. Да. Сначала триггеры личей. Возьму карту. Сброшу карту. Возьму карту. Сбросил Виллиса. И, соответственно, три картонки. О, какая интересная карта. Так вот, понятно, да? Хочу разыграть Джейса. Вау! Не поверишь. Угу. Хочу Джейса в плюс в себя. Помедлил две и взял карту. Очень интересно. Хочу кровь за кости. Угу. Сможешь в этом ходу? Посакую лича гримуаров. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Достану агента предательства. Хочу украсть твою землю. Манку в пол дал. Так, я уже перепутал, что из этого моя дека. Вот моя дека, соответственно, ага, вот мой гравер. Да, да. Так,
Блин, надо затащить в этот ход. Никак не получается. Ну, у тебя есть следующий, если что. Нет, у меня есть вариант. Сколько здесь карт? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Блин, я могу ровно оставить 0 в деке. 0 в деке. Ну, попробуй. Может, выиграешь, если 0 останется. Отменив шахту, поиграем. Давай быстрее. Отвали. Давай поиграть нормально. Еще раз посмотреть. И ладно, еще давно не смотрел. Да блин, понимаешь, это тебе сейчас обидно играть, а я вот в свою игру играю. Как ты вот в предыдущую играл в свою игру. Ладно, к сожалению, не получается. Нет, у меня была информация. У меня была возможность сурвелить, но мне не хватает синей маны, иначе я бы сейчас смог бы сделать это. К сожалению, синей маны нет. Джейса не надо было кастить. Сейчас бы не коснул Джейса, выиграл бы. Ход передавать ты будешь? Ход передам, возьму 9 карт. Да. А, под вашим контролем. Соответственно, тут останется 2. Даже поскрыться нельзя. Ну, тут 2. Угу. Я пока дискажусь, в общем. Да, я возьму карту. И передам ход. Мне дискажусь не нужны, например. Мне ровно 7. Я тоже. Можешь разворачиваться. Развернулся. Взял карту за ход. Надо же последней картой. Почти последней картой. Можешь четвертого закинуть. Ляну хочу поставить. О-о-о. Поставил. Да. Минус 4 сделал. Посакал дух речи. Да. Такого и такого. О, да. Угу. Триггер. Вернулся лишь гримуаров. Взял карту. Триггер сбросил ее. Триггер Ильяны. Подролл 2. Ты проиграл. Спасибо, хлоп, спасибо, хлоп, спасибо, хлоп, господа. Хлоп. Это было красиво. Это же не просто забегать в лицо. Богу. Это же красиво. Красиво же. Да. На свои мерзкие земли. Богомерзкие. Соответственно, вы понимаете, что можно было выиграть и намного проще. Просто сходить в атаку два раза, например. Или рыцарями Бонного Легиона прокачать 4 раза и за одну атаку. Димир Джейс. Димир Джейс. Я отомщу за это не будет так долго. Надеюсь, это будет очень долго, где? Чтобы я из него все соки высосать смог. Я первый буду. Да, ты первый будешь. У меня кипич. Я тоже попробую. Убрал. Хожу? Да. Давай. Давай. На один? Да. Хожу? Да. Долбуш. Ходи. До. Хожу? Да. В атаку не пойдешь? Не. Окей, взял заход. Легионерка. Да. В атаку хочу. Назначай. Двумя. Да, окей, на 5, больно. Воля богов сюда. Триггер, триггер. Где наши кубики? Сначала с этого. Убрал. Слишком хорошее, чтобы быть правдой. Угу. Второй раз поскрывался. Оставил. Каван стопе вернулась тебе на 6, кстати говоря. Да? Ты в 14. Что делать? Хожу? Да. Лич. Угу. Так, что-то еще? Вот так вот, например. Да нет, чампиться буду. Удачи. Взял заход.
В атаку хочу. Назначай. Двумя. Блокировать хочу. Блокирую. Ну, волю богов, скажем, от черного защита. Окей. Триггер, триггер. Тут два, постараюсь. Не хочу. Второй раз. Да, такого оставлю. Еще такого. Поскрался, оставил. Взял. На три тебя? Да. Такой удар. Вернул в руку. Да? Давай. Удивительная дека. Атаку? На один. Бывает. Плюс один. Да. Сел карту. Это красиво. Сбросил. Пожертвовал лича? Да. Достал перчика. Да, достал перчика, а рыцаря себе в руку. Хочу такую забрать. Добавил. Да? Бери. Она за топ. У тебя в курсе? Белую добавил, если что. Да, ходи. До эндстепа. Вторую майку изгоню. Да? Стал такого. 4 постараюсь. Убрал. Взял. Вернулась в эндстеп. Да? Взял заход. 12, да? Поскрываюсь. Убрал. Воля богов. Поскрываюсь. От синего сказал, если что. Убрал. Это 5. С воля богов. Убрал. Вот так хочу. Давай. Двумя. До урона. Дерзкий удар. Да. 6 поскраюсь. Убрал. Взял. Ну, проиграл. Что ты там считаешь? Удивительно. За приходы вынес помойку. Ну да. Типа набрал опять в руку этих защита цвета и все. Благо, большинство дек не играет этой дурацкой карты. Главное, что все видят, видели мою руку старту, где у меня было два пера, и с топ-дека третье пришло. Ну, какая разница, если я типа не ремонт. И никто не мог сказать, что у меня лютый голдфиш был. 4 земли, 2 пера и защита от цвета. Белых дек с этим дурацким спылом очень мало, поэтому в большинстве случаев, если выкладывают что-то подобное, вы можете легко это просто забрать, и на этом игра у оппонента заканчивается. Благо, мой оппонент, слава богу, не такой голдфишер, у него всего лишь 3 пера было в стартовом, поэтому даже если бы я его забрал, оно бы вылезло еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на Win Condition. Колокольчик, да? Вот это колокольчик, да, вот колокольчик обязательно. Ну, что поделать, проиграл. Как, в принципе, всегда. Сори. Возможно, это не твое, да, в магии? Не думаешь дропнуться? Да.